садовые некоторые планы. Значит, что тут у нас произошло? Горошек прекрасно сходит. Да, тут он где-то кое-что повылез. Ну вот горошек у нас сходит. Значит, будет горошек у деток, и вроде птички его не выклевывают. Получилась большая грядка, вот это все горошек. Ну, такая достаточно большая. Вот, дальше. Капуста цветная, которую посадила, тоже дала всходы. Вот она. Вот ряд пошел. Там дальше оно до конца был рядок. Ну, тут разное что-то время, но я думаю, все взойдет. Вот так, земля тут, значит, хорошая. Не зря я тут какашки. Это вот какашки иногда валяются, вылезают. Я их закапывала, лошадиные приносила. Вот здесь у нас Витя спилил вообще дерево. Практически все ветки, которые были над крышей. Крыша чистая. А здесь нашли плитки старые. Правда, вот с откольчиками. Но думаем потом немножко переорганизовать это место. И вот этот столик, он, его надо закреплять цементом. Надо бетономешалку или цемента купить. Ну, цемента немножко есть, бетономешалку. И вот здесь вот столик хотим переместить. Поставить где-нибудь здесь, по центру, ближе как бы к нашему вот саду. Чтобы вот здесь сидеть, смотреть, а вокруг стульчики. Стульчики, естественно, надо покрасить, но пока даже не до этого. Что еще тут и сделал у нас... Зелень прекрасно растет. Вот, посадили пальты. Ждем, когда появятся ростки. Корни уже там внутри. Вот это пальты, это... Ой, господи, забыла, что это такое. Авокадо. Три авокадины. И будут потом они расти в саду. Вот, я думаю, там вот такая площадочка, если вы видите. Вот это вот, вот здесь, вот где столбик. Тут нет никакого дерева. Хочу сюда одну из них посадить. Ну и потом посмотрим, где еще. Тыквы растут прекрасно, все замечательно, все тыквы прижились, все растут. Угу. Дальше, зелень вся растет, базилик, тут снова выходит у меня руккола. Вот это я уже подсеяла рукколу, потому что здесь рукколу мы почти все съели. Тут растет салат, что-то медленновато, но растет. И лук как-то такой бедновато выглядит. Я тут уже подсеяна руккола у меня тоже. Буду, когда рукколу ряд до конца доделаю, то посею новый ряд чего-нибудь. И шпинат надо уже вынимать и тоже что-нибудь подсеивать. Петрушка хорошо растет. Потихоньку все это едим. Лук уже, да, надо менять. Купить еще луковицы и пересадить его. А здесь посажены ежевика. Оля! Это девочка самая соседская. Так, тут не очень видно. Я пыталась увеличить. Не хочу туда спускаться. Вот. А вот там вот грядка. Я раскопала заново. Ну, Витя помогал, да, вместе мы. Ну, в основном я. Это я у них фермер. Вот. Тут пальма растет. Из-за пальмы вот так вот камнями огородила грядку. Вот. И грядка вот уже принесла навозу. Сверху надо будет заносить землей, там почти земли что-то не было. С этого края была земля, а вот здесь не было. Ну, вот сейчас навозом, и сверху надо заносить землей. Пусть она ждет. Либо капусту сюда посажу, либо помидоры, ну что угодно, тут очень светлое место. Но решила не делать там огород, а просто вот эта грядка будет по краю. А здесь полянка такая, свободно ходить. Хоть стол поставь, хоть что, хоть бассейн поставить. Нам, кстати, отдали бассейн. Что со свалкой? Свалки все меньше мусора. Вот видите, там остались в основном кирпичи и немножко металла. Я вытащила вот сюда там мебель какую-то старую, еще пару пакетов собрала, пластика, железо собираем, его можно где-то будет сдать. Ну, будет нужна какая-то машина такая, типа грузовичка. Вот. Но мы потихоньку все равно сволакиваем железо в одно место, либо придется его как-то заказать машину, чтобы его вывезли, либо вот попробовать сдать за небольшую денежку. Сад там расчищаем. Значит, сад расчищен. Витя все выпилил. Тут все лишние деревья, которые можно вырубать, которые вечно зеленые, завезенные. Почти все вырубил. Вот здесь планируется сад. Он будет с уклоном. Вот такой вот сад. Примерно одна сотка. И там где-то, наверное, не знаю, 5 апельсиновых деревьев, может, посадим или еще что-то. И вот там вот камни эти планирую вот так вот разложить их до границы нашего участка и чуть-чуть все это вот сгрести. Там уже участок почти тут расчистен, надо все сгрести, вот эти все отрезанные ветки, кусты, и будет просто такая полянка с травой там пока косить, как бы место для сада готово.
Вот. А внизу там еще надо работать, да, надо вот кирпичи разобрать, и тогда уже потом, когда все будет основное разобрано, заказать машину, засыпать и выровнять, то есть сделать там такую ровную плоскую площадку до границ нашего участка, и дальше уже работать с этим. В общем, на сегодня изменения пока все.